Бла-бла-бла-бла, я не понимаю. Бакстеры, Максеры. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Маша. И сегодня у нас на повестке дня потерянные посылки. Помните видео, где я распаковывала потерянные посылки с Яндекс.Маркета? Ну так вот, оно вам безумно понравилось, за что вам огромное спасибо и спасибо за поддержку. Я все это читаю и ценю. Я вам в это видео сказала, что мне еще будут потерянные посылки, и вы должны были отгадывать, с какого маркетплейса или сайта. И многие предположили, что AliExpress. Но, ребята, на AliExpress отдельные расценки, и почему-то их посылки в килограммах стоят очень дорого, поэтому я и не рискнула их заказывать, честно говоря. Но если вы захотите, и под этим роликом наберется 50 тысяч лайков, но лайки-то пофигу. Вот когда на моем канале будет, знаете, сколько подписчиков? В общем, у меня сейчас 3 495 тысяч 579 подписчиков. Я прям заскриншочу. Короче, когда на моем канале будет 3 миллиона 500... Это, наверное, будет не скоро. Ладно, давайте так, 515 тысяч подписчиков, то есть вам нужно набрать сейчас 20 тысяч подписчиков, я закажу потерянные посылки с AliExpress. Я не хочу сейчас вам озвучивать цену, потому что, возможно, у них цены эти поменялись, потому что цены на все сейчас растут, как вы знаете, и вдруг и потерянные посылки тоже в цене выросли, я еще не узнавала. Собирайте 20 тысяч подписчиков плюсом к моим нынешним подписчикам, я закажу потерянные посылки с Алика. Все, договорились. Ну а сегодня у нас 30 килограмм посылок. Да, ребята, это же новый продавец, который все по килограммам нам предоставляет. И я рискнула заказать столько же килограмм, как и на Яндекс.Маркете. Только здесь я заказала всего лишь два варианта по ценовой категории. Ну, потому что, как вы сами понимаете, дорого. В общем, я заказала 20 килограмм по 500 рублей за килограмм. То есть это 10 тысяч рублей. И 10 килограмм по 1000 рублей за килограмм. Это 10 тысяч рублей. И всего, получается, я потратила на это дело 20 тысяч рублей. О, так что давайте, поехали. В этот раз я реально офигела от веса. Вот здесь каждая коробочка это реальный вес. Потому что, допустим, в потерянных посылках на Яндекс.Маркете многие коробки были легкие, но потом выяснили, что самый огромный вес имел как раз-таки тот монитор, который стоил в итоге очень дорого и весил очень много. Здесь же, что ни возьми, все безумно тяжелое. Я сама это все плюс-минус расставляла, складывала, потому что было интересно. Тут есть такие пакеты, которые просто очень тяжелые. Есть коробки очень тяжелые. То есть я не понимаю, как туда что-то такое могло влезть. Допустим, вот эту коробку берешь, и она очень тяжелая. По-моему, это вот здесь просто все очень тяжело. Уже давайте начинать. И начну я с того, что выберет оператор. Давай. Ну вот она маленькая, да? Но она капец тяжелая. Кстати, я на некоторых видела даже вес не замазан. Я что-то несколько нашла. Там было 1,5 килограмма написано и всякое такое. Давайте вы как раньше будете писать, сколько стоит тот или иной товар. И подсчитайте в комментариях общую стоимость тех вещей, которые я здесь нашла. Потому что очень интересно. На самом деле я все читаю, все лайкаю. Первое, что... О, я уже вижу. Первое, что мы с вами находим, это Листеурин. Это ополаскиватель. И это большая, кстати, упаковка. Их две штуки. Честно, не знаю, сколько стоит, но знаю, что они самый бюджетный. И это получается целый килограмм, да? Давайте следующую. Я хочу открыть вот эту коробку. О, нифига, она разорванная, ребят, смотрите. Такими темпами, мне кажется, мы тут соберем все для уборки и для гигиены. Тут у нас мистер мускул. Для ванны петь водом. Такое я не видела ни разу. Этот у нас просто для кухни с лимончиком. Такой тоже первый раз вижу, никогда такой не видела. Ты знал? Ребята, кто знал, что есть мистер мускул для кухни и для ванной? Я пользуюсь тот, что для стекол. Тот реально клевый. Давайте, следующий будет пакет. Вот и этот. Тут какой? Вот этот? Давай. Он, кстати, тоже достаточно тяжелый. Мне вообще кажется, здесь какая-то игра. Он такой аккуратный. Я чувствую, что там какая-то коробочка. Нет, это точно не PlayStation. Мне почему-то вот эта коробка напомнила Монополию. Я как только достала из пакета. Кстати, вот он. Я как только достала из пакета вот эту коробку, я думаю, боже, там, наверное, какая-нибудь Монополия, потому что, ну, напоминает, да? Так, ребят, у нас, походу, Тиффани. Смотри, какой цвет. Тут цена, что ли? Нет. Ты, блин, прикинь. Это роутер, что ли? Бла-бла-бла-бла, я не понимаю, что ты говоришь. Да, это... Вау! Это роутер, да? Да, или это нет? Роутер. AX5400. Давайте... Ну, давайте просто посмотрю по вот этой штучке, сколько стоит. Если не получится, то придется гуглить. Потому что технику я решила для себя, несмотря на то, что как бы посылок много, но их не так много. В общем, будем гуглить. Если будем находить что-то... А, это же я просто камеру открыла. Ребята, он стоит 15 299 рублей. Если учитывать то, что эта штука стоит 15 тысяч, мы уже отбили больше половины затраченных денег на эти потерянные
мне по ссылке. Может быть, она сейчас 15 стоит, а 2 недели назад там 1006 стоила. 4-5, ну, не знаю. Классная находка. Мы ее сможем либо продать, либо оставить себе. Ну, в принципе, у нас есть Wi-Fi, поэтому, мне кажется, ее можно было бы на вид продать. 1000 за 10, что она 15 стоит. Это давай откроем. Та-дам! Ну, в принципе, что и ожидалось, тут просто какая-то невообразимая техника, очень похожая на робота и очень много антенок. Смотрите, как много антенн. У нас у роутера 1 антенна. Следующее у нас будет, пожалуй, какой-нибудь маленький пакет, вот их тут немного, допустим, давайте вот этот. И он реально не тяжелый. Там что, какая-то что? Коробка, смотри. Я так полагаю, что это товар какой-то 18+. Вот такая вот штука. Сами можете прочитать, что здесь написано. И это реально для любви, как здесь написано, реально товар 18+. Давай следующий пакет берем, пускай вот этот. Тут тоже что-то маленькое. О, я уже вижу, тут Эволайн. Я люблю, кстати, эту фирму, она очень бюджетная. Блин, да у меня в точности такой же, ребят. Просто один в один в косметичке лежит, я вам серьезно говорю. Бакстеры, максеры. Слушайте, крутая штука. Но он недорогой. Он стоит рублей 250 максимум. Следующий пакетик, пускай тоже будет маленький. Давайте все маленькое пооткрываем. Так интересно, что там. О-о-о. Это кофе, бельгийский трюфель. Интенсивность 0,7. Кстати, кофе сейчас тоже пипец подорожал, ладно, я не буду говорить. Давайте посмотрим, какие это капсулы, для каких, как бы, серий кофемашин. О, это, знаете, это форматы, как нам тогда, помните, попадался целый набор. Аромат просто очень сильный, пахнет просто кофе, вот понюхай. Хотя написано какой-то трюфель. Можно ароматизировать все вокруг. Следующее это будет, ого, какое оно тяжелое. Да, килограмм 6. Ну, не 6, но килограмм 1,5. Пена для бритья. Все понятно. Пипец, она же могла взорваться. Во-первых, мороз. У нас, допустим, сейчас хоть и март, но ночью минус 25. Во-вторых, это же как бы все вот так вот. Вроде бы целое, вроде нормально, не разбилось. Теперь хочу открыть вот эту коробку. Я, конечно, хотела угорать по пакетам сначала, но она тут так стоит сочно. Мама мия, Дольче Габбана. Это, походу, ваза. Ой, надеюсь, целая. Вау, какая красивая, ребята, смотрите. Бургундия называется, изготовлена из стекла. Красивая такая, темная. Сюда можно какой-нибудь букет. Да, даже мой букет с тюльпанами можно, ребята, поставить. И она, походу, красная, если это ваза. Вау, ребята, она вообще то, просто посмотрите. Не знаю, конечно, зачем мне две вазы, но в хозяйстве пригодится, в принципе, почему и нет. Какая вам нравится больше? Мне, если честно, красная. Теперь реально к пакетам переходим. Ой, там что-то интересное, там чего-то много. Мармеладки. Тут 3 пачки фрумеладок, медвежата. Следующая, пускай вот эта. Ой, какая тяжелая. Тут, наверное, пауэрбэнк. Нет, здесь не пауэрбанк, здесь какие-то шампуни. Питательный оттеночный бальзам от Капа. Кстати, знаю эту фирму, у них такие есть бальзамы, шампуни. Это, по-моему, итальянская даже фирма для волос. И здесь такой же розовый. В общем, это, по-моему, это называется тонировка волос. Вот этот пакет. О-о-о! Как будто сухое молоко какое-то. Там мистраль, ты реально угадал, походу, гречка. Нет, ребят, это рис жасмин. Рис жасмин. Актуальненько, сейчас как раз все закупаются. 13 ноября произведено. В принципе, достаточно свежее, 4 месяца всего ему. Такой он приятный, его как антистресс хочется мять. Такой звук. Сразу. Давайте вот этот пакет. Ой, он, походу, туалетная бумага. Реально, мягкий, он очень да? Мягкий, да. И легкий. Ой, там что-то желтое. У меня локоть отлетел. Ого. Салфетосы. Какие они красивые, ребята, посмотрите, салфетки, сколько здесь штук? 200. 400! 400 штук, прикиньте, 400! Полезная находка, пригодится. Ну, в такой коробке, знаешь. Да-да-да, там какие-то батончики. Батончики глазированные, фитнес-сок, как носок, с кокосом. Коробка 12 штук. Та-дам! Сколько их здесь, боже. А, там написано было 12 штук. Слушай, ну кокос это же типа баунти еще и с протеином. Я думаю, будет прикольная тема. Ну, вместе. Надо будет обязательно попробовать. Я хочу посмотреть, сколько это стоит. А, надо по вот этой штуке. Слушайте, удобно. Можно просканировать. Нашлось! Эта штука, как ты думаешь, сколько стоит коробка? 655 стоит. То есть поделить на 12, это где-то батончик стоит в среднем 700 рублей. Нет. Нормальная математика у тебя. 55. Давайте вот этот пакет. О, он тоже легкий.
Я не могу это показать. Серьезно? Тут опять какой-то, блин, 18+. Сколько денег отдали за эту вещичку? Ребята, она не сканируется. Нашлось. О, прикиньте, тут надо подтвердить свою дату рождения. Представляете, что типа мне есть 18 лет. Ну, слушай, вообще так-то дорого стоит. Эта штука, я ее сейчас буду закрывать и просто вам цену покажу. 3980 стоит. Это 4 почти тысячи рублей, прикиньте. И 4 тысячи просто к 15 вот этим, это уже все. Можно сказать, мы окупили наши потерянные посылки. Ну и все. Давайте вот этот пакет откроем. Да, ребята, это походу грунт какой-то или земля. Пальчевый грунт. 5 литров равно 5 килограмм почти. Давайте теперь вот этот пакет. По весу тут как будто то же самое. Надеюсь, здесь не опять почвогрунт. Это земля, да? Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе видна. Это... А это у нас почвогрунт для юки и драцены. Тоже 5 литров. Продолжаем. Здесь что-то очень тяжелое, ребята. Прям пипец какой тяжелый. Надеюсь, это не еще... Нет, это не точно тут запах пошел. Это реально порошок. Сколько килограмм, как вы думаете? Божечки, кошечки. Не вытаскиваю, не вытаскиваю. Я хочу посмотреть, сколько килограмм. Миф аквапутра. Оно в двух... Оно в трех пакетах. В общем, порошок, который не выдержал. 4 кило. Представляете? Представляете? Да нормально, в 200 рублей вышел. Нормально. Слушай, я думала, это вообще такая цена, конечно. Теперь хочу открыть вот этот пакет, потому что он тут один-одинёшенек такой лежит. И мы снова получаем какие-то камни. Но они, кстати, не тяжелые. Это нанодренаж, влагосберегающий камень, универсальный компонент для выкрепления субстрата и грунта при выращивании растений. Видимо, кто-то очень сильно решил заниматься садоводством. И заказал себе вот это все. Собственно говоря, и не сделал это. Ну, потому что тут все у меня на столе лежит, а не у него. Даже по звуку, как будто это чипсы. Я вам говорю, я Ванга. Одежда? Нет. Я же до этого хотела чипсы, но это гренки фишка, ассорти. Тут несколько вкусов, каких-то, допустим, гауда одна штука, бекон одна штука, а со вкусом камчатского краба две штуки, 6 штучных две штуки, холодец с хреном две штуки и сметана и лук тоже две штуки. Нет, такой да. Пакет. Нормально, поесть можно хоть. Я, кстати, обожаю с чесноком сухари, кто не знает, просто очень люблю. Но после этого никуда не выйдешь, потому что воняешь. Тут у нас больше нет пакетов. Остается на самом деле 3 пакета, вот этот самый большой. Но у меня по ощущениям там уже сложилась мысль, что там какие-то бутылки. Да, кстати, очень тяжелый. Вот этот легкий, давайте смотреть, что здесь. Мне кажется, они одинаковые, да? Что-то мне тоже как-то кажется, что одинаковые. Но тут вот такой вот прикольный какой-то вот пингвинчик. Что, ты думаешь, тоже, да? Нифига она стоит. Эта штука стоит... 3590. Офигеть. Надеюсь, я вам там ничего не запалила, потому что опять-таки куча всяких видео в отзывах. Надо посмотреть, что там люди снимают. Распаковка, все понятно. Не могу ничего сказать, кроме слов, но сейчас мы как бы вышли в плюс. Реально, потому что эта штука дорогая. Ну, типа, если сложить самые дорогие вещи, у нас уже больше, чем мы отдали за эти потерянные посылки. Так что... Ну, а мы продолжаем. Давайте откроем вот этот пакет. Да ладно, серьезно? Да. Земля в иллюминаторе. Для чего, интересно? Для пальмы. Ну что, так прикольно, что все разное. Почему не одинаковое? То есть все разное люди выращивают. Для пальмы. Пальм у нас нету, поэтому кому надо, обращайтесь. Берем следующее. Давайте это будет коробка, да, у нас есть еще пакет, но он что-то там далеко так вообще. Давайте вот эту коробку откроем. Недаром она была такая тяжелая. Здесь у нас молоко. Молоко. И еще молоко. Понятно. Всем спасибо. Ну, кстати говоря, молоко сейчас, знаете, какое дорогое. Так что это минимум по 100 рублей получается. Интересно, на Озоне, если просканировать, сколько покажет. Ну, простоквашино, не знаю. Я знаю, что пармалат сейчас стоит реально 200 рублей. 148 рублей просто, ребята, посмотрите. 148 рублей за молоко. То есть здесь у нас 450 рублей наличными деньгами, понимаете? Так кажется, молоко, а по факту... Нифига себе, да? Нифига себе, да. Давайте откроем эту коробочку. Она очень тяжелая. Она одна из самых тяжелых. Ну, килограмма как будто 4-5 точно. Давайте вы напишите в комментариях, как вы думаете, что там. Я думаю... Еда. Молоко. Или соки. Отлично.
И здесь у нас гели для стирки. Да, ребята, Tide Color. Tide альпийская свежесть. О, удивительно, что не пролилось. Tide Color. В общем, два колора и альпийская свежесть. Две альпийские свежести, два колора. Давайте посмотрим, почем они. Серьезно? 639 рублей это стоит. Представляете? 975 миллилитров, тут даже литра нету. 600 рублей. Да, Фунтик, я тоже в шоке, я тоже в бешенстве. Ты видела эти цены? 600 рублей. Так, вот на ваших глазах вот так вот, пыньк. Мама мия! 800 рублей! Да, Фунтик, мне сейчас вообще лучше в магазины не ходить, мне кажется, я сойду с ума. Следующая коробка. Там опять как будто какая-то бутылочка. Надеюсь, там тает за 600 рублей. А, тут Head and Shoulders. Кстати, заметили, здесь очень много мыльно-рыльного. Ну, не только мыльно-рыльного, но вот еще что-то с бытовухой связано. И вот такой вот большой Head and Shoulders с яблоком. Я такой ни разу не нюхала. Яблочная свежесть. Прикольно. Ну, пахнет, честно, не очень. Какой-то кислятиной. Надеюсь, он не стухший. Нормально. Он сделан в июне прошлого года и до июня аж 24-го. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Просто 529 рублей, ребят. 529 рублей. 500 рублей Head and Shoulders. Следующая коробка Озон. Видите, я уже очень рада, что мы вышли в плюс. Я реально прям рада, капец. Ароматы ванили. У нас здесь снова джекпот. Мицеллярная вода черного жемчуга. Давай посмотрим, сколько он стоит. Я не знаю, сколько стоит мицеллярка черного жемчуга. Я ей обычно не пользуюсь, но предполагаю, что рублей 200. Ну, нормально, она стоит 197 рублей, так что норм. 200. Ну, 200, да, как я и сказала. Тут 250 миллилитров, если что. Давайте следующая коробочка будет. Вот это, она такая тяжелая, вообще, трындец. Ой, там что-то яркое, ребят, смотрите. Может, какая-то игрушка. Конфета, мне кажется, нет. Для стирки, блин, ё-моё. Серьезно? Я такое даже не видела никогда, смотри. Прикольно, это концентрированный гель для стирки цветных вещей, колор и деним. Это типа футболка, я даже сперму такой не знаю, но выглядит реально круто. Верну яркость краскам. Все, больше здесь ничего нету. Я хочу посмотреть, сколько это стоит, потому что, судя по упаковке, это что-то зарубежное, стоит дорого. Здесь целый литр. Кстати, Россия производитель, представляете, молодцы, да, придумали, прикольно. 339 рублей такая штука стоит. Ну, нормально. Хоть никак тает. Представляете, дешевле, чем тает. Ну, это ноунейм, понятно. Ну, зато красивый. У нас тут вообще-то аккуратная распаковка. Сколько тут? Блин, я знаю, что это за фирма. Она нам попадалась уже. Реально, нам попадались. Да, ребят, ну такой нам не попадалось. Это соус 0 грамм. Это типа соусы, которые без сахара. И типа с минимум калорий. В общем, это соус дижонский. Дижонский, это же горчица. О, реально пахнет горчицей. Прикольно. Кстати, вкусные соусы. Мне понравились. Ну это классно, тут столько всего. Кетчуп. Кетчуп нам уже попадался. Мы не особо, честно говоря, едим соусы, прямо от слова совсем. У нас, если открыть холодильник, всегда будут на месте стоять соуса, потому что мы их покупаем, чтобы попробовать, и потом не едим. Поэтому такая, конечно, находка хоть и клевая, но немножко бесполезная для нас. Барбекю. Барбекю было? Мы находили? Не было? Мы в прошлый раз нашли 4 соуса, и самый стрёмный из них был чесночный. Он ужасный по вкусу, мы его даже выкинули. Так все классно упаковано. И оно такое все тяжелое. В каждой баночке 330 грамм, плюс еще это стекло. Так вообще тяжеленький. Да. Это просто... А, это сальса. Я думала, просто томатный. Сальса. Какой-то рыжий, смотрите-ка. Сладкий чили. Прикольно! Капец, люди, вы че? Столько соусов много и не забрали или потеряли, вообще не понимаю. Потому что еду точно, я думаю, возвращать нельзя. Если у нас есть предположение, что некоторые заказы это, возможно, возвраты, то еду точно не вернешь. Единственное, что я думаю, знаете, что у нас какая была ситуация, я вспомнила. И не рассказывала вам ее. Когда мы жили в квартире, к нам часто Озон приходил и оставлял вещи, тогда как раз началось вот это оставить у двери. И к нам часто курьер приходил и просто складывал посылки. А ты не помнишь, что у нас тырили? У нас прям реально украли посылку из-под двери. И в тот момент мы на следующий день... Чего? Держатель для Xiaomi. Точно, мы заказали, представляете, какой-то держатель для камеры Xiaomi. Ну, то есть вещь такая, знаете, не каждому вообще нужна. Ну, типа монопода.
И мне курьер позвонил и сказал, что все, посылку мы вам оставили, а камеры у нас на каждом этаже не стояли. Жители некоторые могли поставить камеру на своей дверью там, или на камеру там, на лестничный пролет. У нас никто не ставил, то есть у нас там вообще жили в основном те, кто снимают квартиры, и постоянно люди менялись. То есть постоянно какие-то новые соседи были, какие-то вообще там, ну такие, знаете. Ну так вот, я приезжаю, а монопода моего нету. Понимаете? Мы сразу давай сюда вниз идти с консьержем разговаривать. А у нас там не консьерж, у нас там администратор. Мы говорим, так и так, посылку, ну, скоммуниздили. Они говорят, обращайтесь в полицию, пишите. Но я написала Озон, что ее стырили, типа, все дела, но Озон ничего не вернул, конечно, но они не виноваты. Мне фотку прислал, то есть курьер, что все на месте. Ну, в общем, у меня есть предположение, что некоторые посылки, типа, забываются, может быть, у дверей. Типа, люди, может быть, не приехали. Есть такое? Нет, не может быть такого. Это уже какое-то воровство получается. Плохие предположения, в общем, зря я об этом подумала. Маф, там соус называется Калливурст. Что-что, Фунтик? Калливурст. Это реально какой-то Калливурст. Калливурст. Интересно, типа с карри раскарри? Да, ребят, тут есть в составе карри. Ты хочешь его? Это уже, это пятый, чтобы вы понимали. Здесь еще есть, да. Не знаю, сейчас посмотрим. Тысяча островов. Тысяча островов у меня с собой ассоциируется. Это майонез. Представляете? Семь соусов. Давайте какой-нибудь загуглим, сколько он стоит. Вернее, заозоним. Новая фразочка. Кстати, время 14.14. Все, молодцы, загадали. Он стоит 229 рублей. Нормально, я думала дороже, честно говоря. То есть где-то 200 рублей на 7, это 1500, прикиньте. Теперь давайте вот эту штуку откроем. У нас здесь такая прикольная распаковка вообще. Столько товаров. Очень странных для меня, столько прикольных наоборот. О, промокод под крышкой. Судя по цвету, это у нас кока-кола без сахара. Ништяк. Нет, ребята, это не кола без сахара. Это кока-кола ванила. Написано же ведь. Произведено 26 октября. Сколько здесь? А хотите прикол? Мы уже находили кока-колу ванилу, только там были бежевые крышки. И, по-моему, там был больше объем. Здесь, наверное, пол-литра. Объем 0,9 литра. Смотри, это как будто кто-то хотел стырить. Ну-ка, давай посмотрим. Ароматы ванили. Блин, это скотч. Представляете, она хранится полгода. Она до 27 апреля 2022 года. А произведена она 26 октября 2021 года. То есть ей буквально месяц остался, представляете? Ну-ка, я хочу попробовать. Я пить хочу как раз. Кайф. Вкусная кола. Но если тут была без сахара, я была бы больше рада. Окей, у нас еще много коробок на самом деле, так что давайте продолжать. Цунами. О, ребята, здесь есть тональник буржуа. Какой он маленький. Припец, он реально как будто какой-то миниатюрка, ребят, смотрите, или мне кажется, оттенок, 51, наверное, или 11.10, в общем, тональник от буржуа, он, кстати, не дешевый, я сейчас буду все смотреть, я уже хочу еще заказывать, вы как заметили, покупать посылки по килограмму получается очень даже выгодно, интересно, что будет в посылках, когда ты платишь больше, напоминаю, здесь у меня посылки только по 500 рублей за килограмм и по 1000, мое сердце, он стоит косарь, 950 рублей, представляете, 950 рублей. И что-то еще здесь такое интересное. Косметическая основа, срок годности 36 месяцев. Надо посмотреть. Это какой-то кушон, которого нету в наличии. Он стоил 521 рубль. Но можно купить у другого продавца за 799 рублей. Видите, товар закончился. Стоил 521 рубль. Ой, я потом открою, может быть, я буду снимать как-нибудь видео, где живу целый день на потерянных посылках, если вот у меня будет вдохновение, то как раз откроем, посмотрим. Кушон для лица, типа тональная основа в формате кушон, у меня никогда не было, даже не знаю, что это, потом будет интересно посмотреть. Но стоит недорого, потому что обычно кушоны по 2-3 тысячи, это всего 500 рублей, странно. Следующее открываем. Реминерализующая пенка для полости рта. Я уже думала опять какой-то, блин, 18+, честно говоря, напряглась, серьезно. Снижает чувствительность, укрепляет эмаль, защищает от кариеса, освежает дыхание. Следующая коробка. О, чай! Индийский чай. Походу, зеленый даже, ребят.
Манго-суфле, манговое суфле от Ахмад-Ти. Не помню, по-моему, мы с ягодами пробовали, а может с ягодами то, ой, не знаю, короче, хочу уже попить. Не знаю, пробовала, не пробовала, но думаю, с манго должно быть вкусно. Смотрите, это реально зеленый чай, боже, спасибо, что есть люди, кто заказывает зеленый чай. Хочу вот теперь вот эту, да. Тут, наверное, книга, даже по формату, да, кажется, что книга. Там, походу, ваниш, да? Да, это ваниш, но это для ковров, обивки мебели и автомобильных кресел. Прикольно, такую упаковку никогда не видела. Поможет удалить пятна с ковра. Такой прикольный тут белый ковер. Ой, что белый диван и белый ковер. Ну, в принципе, тема очень полезная. Мы любим всякие такие штуки. И все, здесь больше ничего. Следующее. Кстати, заметили, как некоторые товары попадаются по несколько раз? Ну, типа, уже не первый раз. Тоже соус взять, та же кола. У нас уже была кола ванила, но она была большего формата. Ваниш уже тоже попадался. Не факт, что в Озоне, но в Яндексе, по-моему, точно попадался. Интересно. Вау, тут лайк, я уже вижу. Ребята, это что-то от лайки. Кто смотрел мои видео в лайке? С вас лайк? И пишите об этом в комментариях. Это было года 2 назад, когда я снимала в лайк. У меня там даже был почти миллион, но мне надоело снимать, и все. И я пропала. Сейчас я даже приложение удалила. А что я сделаю? Ну и все. Для топовых лайкеров гель для душа, свежесть и вдохновение от 7 Days. А что это такое? А, гель для душа. Мне кажется, такая штучка точно стоит недорого, тем более это, вернее, дорого, недешево. Тем более коллаборация. Типа мерч, мерч лайки. Ты потрогай. Я не знаю, что можно было тяжело в такую коробочку упихать. Ты почувствовал? Кирпичей, наверное, там либо камней. Камни поди опять кинь для аквариума. Ну тут реально тяжело. Почему все замазали? Килограмма 3, наверное. Мне уже так интересно, что здесь. Тут, походу, еда какая-то. Да, реально. Понятно все. Пшено. Золотое. Пойдем кормить птичек. Что пшено, по-моему, сложно варить. И, да ладно, рис жасмин. Да точно же такой же, да? Белый, ароматный, то же самое, ребят. Видимо, это был заказ одного человека. Других объяснений я не могу дать. И последняя коробка на сегодня, то есть последняя позиция, которую мы найдем. Я все же надеюсь, что там книга. Но судя по тому, что в прошлый раз в такой коробке был ваниш, здесь может быть что-то подобное. Мне кажется, там ваниш. Мистер Мускул, Силит Бэнк. Что там еще есть? Ну, в общем, что-то такое. Да, ребята, тут что-то, видимо, для уборки, судя по этой бутылке. Пятновыводитель, ремувер с котиком. Что-то какая-то знакомая, на самом деле, штука, как будто что-то уже попадалось. Для всех видов тканей высокоэффективная формула, котика для всех видов, точно даже называется котика, израильское качество. В общем, какой-то пятновыводитель. Ладно, давай посмотрим, сколько стоит. Вдруг это что-то прям супер дорогое. Если ваниш, я знаю, что где-то рублей 500-600, то это вообще не знаю. Сразу нашло. 255 рублей всего. В принципе, недорого. И 307 отзывов, и 4,5 звезд, то есть хорошая какая-то штука. На этом все. Ну что ж, дорогие друзья, я считаю, что эта распаковка была очень хорошая для меня, потому что мы реально нашли какие-то ценные товары. Я безумно этому рада. Так что у этого продавца можно смело заказывать. Он это подтвердил сразу двумя как бы заказами. И прошлое с Яндекс.Маркета, и это. Как видите, я немножко, так сказать, посмотрела, что тут попадается в этих посылках. Я заказала, как вы понимаете, 60 килограмм потерянных посылок, 30 оттуда, 30 оттуда. И сейчас готова заказывать что-то другое. Если под этим роликом будет много комментариев и много лайков, то я буду продолжать заказывать потерянные посылки с Озона и, конечно же, других масс-маркетов. Это не масс-маркет. Но вы поняли. Ну и собирайте 3 миллиона 515 тысяч подписчиков на канале, чтобы я заказала потерянные посылки с Алика. Это жесть. Всех вас люблю. Желаю вам прекрасного настроения. Увидимся, я надеюсь, в новых роликах. И да, не забывайте подписываться на мой телеграм. Я там ничего не пощу, конечно, но, возможно, начну. Я просто сейчас все равно стараюсь все свои силы, как обычно, отдавать ютубу. Его сейчас так вот закроют. И я такая, пяу-пяу-пяу-пяу. Чтобы меня не потерять, подпишитесь на телеграм. Увидимся, всем пока!